Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сегодня программу «Интервью» проведу я, Глеб Урьев. И у меня в гостях знаменитые, не побоюсь этого слова, волгоградские спортсмены. Я приветствую наших гостей. Заслуженный тренер России, главный тренер команды «Спартак Волгоград», имеется в виду водное поло, Владимир Карабутов и капитан команды Алексей Агарков. Здравствуйте, дорогие уважаемые добрый гости. День. Здравствуйте. Добрый. Поводом нашей встречи сегодня послужило то, что Волгоград вернулась Лига чемпионов. Я напомню нашим телезрителям то, что в последние несколько лет «Спартак», несмотря на то, что завоевывал золотые медали, в Лиге чемпионов не участвовал. Те или иные причины, в основном финансовые. Владимир Николаевич, Алексей, наконец-то Лига чемпионов вернулась. Ну, как мы там выступили, поговорим позже, но вообще, как ощущения? Есть вот ощущение этого праздника, что наконец-то? Ну, конечно, команда всегда стремилась играть на самом высоком уровне. То есть с лучшими европейскими командами. Мы всегда этого желали. Мы всегда стремились у этих команд побеждать. И постараемся в этом году оправдать надежды наших болельщиков. Показать самые хорошие результаты. Алексей, ты один из самых опытных игроков. Некоторые ребята впервые из нашей команды сыграли в Лиге чемпионов. Ну ты как мэтр уже. Прокомментируй. Ну, конечно, всегда приятно играть на высочайшем уровне. Только в борьбе с сильным соперником растешь. В чемпионате России мы уже всех знаем, со всеми умеем играть. Евролига – это другой уровень совершенно. Всегда приятно там играть, конечно же. Волгоградский «Спартак» провел два матча против венгерского клуба ОСК из Будапешта. Ну, не будем посыпать голову пеплом, но, тем не менее, команда уступила в обеих встречах 7-14 в Волгограде и 7-12 на выезде в Будапеште. Но до этого были победы еще в квалификационных раундах. Прокомментируйте, пожалуйста, вот свой путь в этом году в Лиге чемпионов. Ну, я думаю, что вот эти две игры – это как раз результат того, что мы два сезона не играли ни в каких европейских соревнованиях. То есть вот отсутствие, наверное, вот этих уже наработок, которые у нас до этого были, когда мы уже выходили и за счет своего опыта, за счет своих мастерства и выигрывали те игры, вот как это было в 2014 году, когда мы выиграли Кубок Европы. Вот. Вот эти две игры сказали все-таки, что два сезона, когда мы не играли Лигу чемпионов, вот тут нехватка, конечно, вот этого вот настроя. Ну, то есть не перестроили, скажу так. То есть мы начали очень здорово играть. Начали, выиграли у «Младости», хорватского, выиграли у Едрана Черногорского. Команды не последние в Европе. Ну, то есть и команды, которые дальше играют и все проходят. Вот, столкнулись на венгров. Ну, мое мнение как главного тренера, я думаю, что вот этот результат 12-7, да, это результат не по игре. То есть чуть-чуть мы не доработали. Ну, все только начинается. Думаю, что все это поправимо. Мы делали репортаж с матча Лиги чемпионов на телеканале «Волгоград-24». В обзорной программе «В болейте за наших», естественно, этот был матч. Я присутствовал на домашнем поединке. Первая четверть. Алексей, ну, венгры первые забросили мяч, потом три безответных мяча. Один твой мяч был, насколько я помню. И 3-1 в первой четверти. Все уже так обрадовались, думаем, ну, сейчас мы венгров победим. Что не получилось? Венгры – это игроки высочайшего уровня. Вся команда у них состоит, кстати, не только из венгров, но и легионеры играют у них. Да, повели, и если бы мы продолжили играть именно так, как начали в начале, то, я думаю, результат победы была бы за нами. Вот. Но, к сожалению, ошибки, которые мы еще допускаем пока, они не позволили нам сыграть достойно. Я соглашусь с Владимиром Калачем, что счет не по игре был. То есть мы могли забить гораздо больше и пропустить гораздо меньше. Но и все-таки не все игроки основного состава смогли принять участие в этих двух матчах. Но, к сожалению, не только в двух. Мы еще ни одной игры не сыграли в полном составе. То есть у нас получилось так, что и опытные игроки выпадали. То есть травма у Саши Федорова, основного нашего вратаря, травму получил Юрчик. Травму получил Леша Агарков. И те, кто еще был на поле, просто были травмированы игроки на поле, которые все-таки играли в этой игре. Но
боюсь сглазить, конечно, но думаю, что вот в предстоящих играх мы все-таки первый раз сыграем в полном своем боевом составе. Тем более, что волгоградский «Спартак», дорогие друзья, уважаемые телезрители, не покидает Европу. Команда продолжит бороться за европейский кубок. Ну, это как если в футболе брать Лига чемпионов и Лига Европы. Это второй по значимости турнир, где «Спартак» продолжит борьбу и продолжит совсем скоро. И с теми же венграми. То есть мы опять вышли на венгров. Ну, на другую команду. На другую команду, конечно. Ну, также команда очень хорошая. В ней также играют легионеры. Но скажу, что мы очень злые на венгров по-спортивному. Ну, надеемся, что эта спортивная злость принесет пользу вашей команде, нашей команде, не побоюсь этого слова, команда-то наша, правильно. И, естественно, волгоградским болельщикам будем за вас переживать, болеть, освещать, естественно. Но Европа, надеюсь, будет у нас еще долго продолжаться для волгоградского «Спартака». Очень хотим видеть титул очередной у клуба. Ну, а если мы говорим о титулах, то волгоградский «Спартак» – самый титулованный клуб в России. И многократный чемпион, и обладатель Кубка России. И вот перед эфиром мы с Владимиром Николаевичем говорили, что «Спартак» выиграл все, кроме... Лиги чемпионов. Лиги чемпионов. Есть к чему стремиться. Давайте теперь, друзья, обратим свой взор на чемпионат России. Как сейчас обстоят дела в команде? Насколько я знаю, несколько человек покинуло. Одни из лидеров покинули команду. Кто-то пришел из молодых. Обрисуйте ситуацию, пожалуйста. Ну, на сегодняшний день, да, мы никого не приглашали со стороны и решили идти путем нашей детской спортивной школы. То есть те игроки, которых мы вырастили и растим, они должны прийти в первую команду и продолжить вот этот вот положительный результат, который долгие-долгие годы делали тоже Алексей Агарков, и можно причислять очень-очень много игроков. Поэтому, конечно, очень много у нас сейчас молодых игроков в команде тренируется. Мы на них очень рассчитываем, надеемся, что они поддержат команду, и вместе с ними наши основные игроки, и все мы вместе сможем добиться самого высокого результата. Такой сплав опыта и молодости, как говорится. Без этого никак нельзя. Один тренер не справится. Очень сложно. Когда есть взаимопонимание у тренера с опытными игроками и у тренера с опытными игроками есть взаимопонимание с молодежью, получается настоящий боевой коллектив. «Спартак» всегда отличался прежде всего своим мировоззрением, боевым таким духом. И вот сейчас ребята молодые, которые пришли в команду, в основную команду, да, в первую очередь, вот ребята опытные и тренера пытаются им объяснить, что, ребята, в первую очередь это боевой дух, а все остальное как мясо нарастет. Алексей Агарков один из самых опытных в данный момент игроков. Ну, наверное, Александр Федоров только, да? Старше, да. Алексей. Да. Но он вратарь, это немного другая иерархия. Да, вратарь – это отдельная планета, отдельный мир, не только водного пола. Совершенно верно. Алексей теперь, ну, скажем так, с капитанской повязкой. Хотя в воде капитанской повязки нет, но Алексей выбран, назначен капитаном. Насколько важна роль капитана, вот, в команде водного пола? Ну, я скажу, во-первых, что для меня это большая честь стать капитаном родной команды для меня. И роль капитана, она действительно в том, что не то, чтобы голы забивать, вот, а именно поддерживать всех ребят на поле. Иногда вести с собой, иногда и голы получается забивать. Вот. Но прежде всего это воспитывать в молодых именно то отношение, с которым я рос к себе. То есть должна быть преемственность поколений. Вот. И мы потихонечку передаем молодым товарищам своим это все. Что касается связи поколений, я объясню нашим телезрителям. Дело в том, что та плеяда игроков, которая выступала за волгоградский «Спартак» в 90-е, в нулевые годы, огромное количество игроков сейчас занимает тренерские должности. Это и Александр Гайдуков, и Алексей Панфили, и Николай Козлов, ваш непосредственно помощник, и Евгений Финаев. Да. То есть вот... Юрий Смоловый. Юрий Смоловый, конечно же. Там у нас же и вторая мужская команда, женская команда. И все волгоградцы остаются здесь. Вот так вот воспитали, да? Вырастили?
Ну, я думаю, что просто еще и судьба так складывается, что работать в родном городе, заниматься своим любимым делом, это, наверное, любой человек мечтает заниматься тем делом, ну, каждый на своем месте, скажем так. То есть эти ребята, которые вот сейчас вот мы перечислили, да, они каждый на своем месте. И они своим трудом, своим отношением к делу показывают, что они умеют это делать. Тот же Александр Гуйдуков, да, Алексей Панфилий, то есть если мы берем женскую команду. То есть ребята, Гуйдуков еще и тренер сборной России. Ребята на своем месте, которые добиваются высочайших результатов. И мы гордимся. Я лично горжусь и Сашей Гуйдуком, Алексеем Панфилием, Коль Козлом, и Юрой с малым Женей Финаем. Горжусь, что эти ребята все-таки продолжают вот этот победоносный момент нашего клуба. Посыл такой, заряд. Посыл, да, нашего клуба. Алексей, ну, не секрет, что когда-то век спортсмена заканчивается. Понятно, у кого-то раньше там в художественной гимнастике, допустим, да, где-то могут играть вон в гандболе в мужском. Павел Сукасян до 50 играл, всякое бывает. Ты думаешь о будущем, ну, года через 3-4 или там лет через 10, может, быть, когда-то? Да, у меня есть пример Алексея Панфилия, который доиграл до 41 года, вот, так что сначала буду стремиться к этому. Но, безусловно, я в дальнейшем я рассматривал тренерскую работу как один из этапов своей жизни. Я думаю, с удовольствием поработаю с молодничком. Фотографию не забросишь? Пока нет. Почему я говорю о фотографии? Дело в том, что Алексей профессионально, можно сказать, увлекается фотографией. И я вспоминаю момент, когда записывали с тобой интервью после матча с венграми. Алексей указывал оператору, здесь баланс белого надо. Ну так, шутка, все это было забавно. Шуточки, да. К сожалению, время у нас подходит к концу. И давайте мы закончим тем, что пригласим наших телезрителей на ближайшие игры. В субботу и воскресенье очень важные матчи проведет Волгоград. «Спартак». Владимир Николаевич, пожалуйста, вам слово. Да, в субботу и воскресенье в 6 часов вечера мы играем с нашим давним соперником «Синтез Казань». Поэтому всех болельщиков приглашаем на этот матч. Игры с участием ватерпольного «Спартака» бесплатные. Это центр водных видов спорта на Семи Ветрах. Приезжайте, мы там обязательно с вами увидимся, потому что «Волгоград-24», естественно, будет освещать это увлекательнейшее событие. Ну и перед тем, как попрощаться, Владимир Николаевич, Алексей, цель и задача, кроме первого места, есть какая-нибудь? Никогда. Только золото? Только золото. Да, потому что у нас каждый год стоит одна и та же задача – завоевывать только золото. Ну, мы это стремимся делать. Ну, будем надеяться, что в мае, до этого у нас тоже будут поводы встретиться, что в мае обычно заканчивается чемпионат, и мы поздравим вас с очередным успехом. На этом, дорогие друзья, я прощаюсь с нашими гостями. У нас сегодня в студии были ватерполист, капитан команды «Спартак Волгоград» Алексей Агарков и главный тренер нашей доблестной дружины, заслуженный тренер России Владимир Николаевич Карабутов. Спасибо большое. Всего вам самого доброго, успехов и без травм. Спасибо вам. Спасибо. Всего вам доброго, дорогие друзья. Увидимся на телеканале «Волгоград-24».